сейчас вопросы не тянет, да? Да ебать, воевай больше всего на... Катик, я звонил, говорил, не по поводу того, что, блядь, типа, я писал в купюр, как бы, он не... Да, там просто... Сегодня было привезено 16 человек, военнослужащих внутренних войск, плюс сотрудники милиции были. Вот, у них многих огнестрельные ранения, у многих ожоги, также были ранения, которые связаны, которые были нанесены палками или какими-то предметами. У многих ранения одного того же типа стреляли, это пулевое ранение, вот, стреляли снайпера. Но это которое, что касается огнестрельных. У некоторых ребят ранения, вот, например, вчера у Власенко Дмитрия, который погиб, его стреляли с дробовика, практически в упор. Огнестрельного оружия в наших военнослужащих нет, они экипированы для наведения порядка, для наведения порядка во время массовых беспорядков. Это защита рук, ног, это бронежилет легкий, для, который помогает только от палок или кирпичей, это шлема и палка резиновая, все. Больше ничего нет. Ребята, вы срочники? Страшно было? Поехали обратно. Товарищи. Отойдите, отойдите с камерами, с прохода. Скажите, как там, в Киеве? Почему плохо? Спрашиваю. Там мирная такая акция, очень классная. Мы вчера, на, скажите, вот, отобрали у людей. Люди приходят на мирную акцию с топорами, с бензином, с камнями приходят. То бишь, ну, мы их не трогаем. Они первые начинают провоцировать нас, закидывают. Люди горят просто-напросто. Я 4 раза вчера горел, пацаны нас тушили. У него форма сгорела, видите, что вот приехал? Я приехал, формы нету, все, она просто облезла. Люди агрессивно настроены, очень много там наркоманов, пьяниц. Все, всех, которые, ну, вот в первых рядах с ними, там, считаю, они все, ну, под воздействием чего-то. Я не знаю именно, но перегар от многих там. Ну, люди очень сильно агрессивные. А что мы видим по телевизору? Что ваш 5-й канал сетеве освещает? Оскорбляют ребят и все, что хотят. Спросим, как вы считаете, вот лично ваша позиция, с чего все началось и чья вина в том, что вообще все это началось? За что-то? Он военнослужащий, он не обязан рассуждать то, что вы его не провоцируете на такие мысли, понимаете? Он выполнил свой долг. Я как отец ему просто не говорю. Я не хочу, чтобы вы потом интерпретировали его слова так, как вам это известно. Я посмотрел ваш канал, я увидел. У вас совести нет. Я там 2 командировки был. В общем, это где-то 80 суток. Я был с самого начала, видел все, как это все происходит. Где показали милиционеров, которые пострадали? Вы только пишете, что вас бьют там. Все, нас все обеспечивает государство. Единственное, нам не выдали оружие, и оружия у нас не было вообще. По-моему, как по курам, блядь, стреляли эти уроды. Половина из вас осветили это так, что просто стыдно смотреть, понимаете? Для чего мы служили? Для того, чтобы от вас слышать вот эту гадость, которую вы изливаете. Скажите, пожалуйста, как сын зовут, как фамилия?